И всем привет, вот мы вернулись в игру. Вон он, вон он. Всем привет. Может, не в лоб нападет? Ай! Да, он на дом будет нападать, а не на этого урода. Паскуда. Отлично, он укусил. Ай, в жопу попал. Давай, жри его. О, убил, красавчик, Миша, ты красавчик. Хоть раз нам Миша помог. Миша, иди сюда. Хоть какая-то от него польза. Мы тебя наградим топором. Урод. Собери в него патроны, или что у него там есть. Те два патрона на дробаш. Кстати. Да хорош там Миша перебирать в воздухе лапами. Да хорош там. Цыпа. Куда поехал, алё? Покатился. Жизнь может. О, слушай, эти тюлени. С да, лампочками. Да, я же не говорила. Капец, что происходит? Ну, кстати, со всех сторон. Стрела. Забирай. Стрела. Забирай. Еще, по-моему, больше нет стрел. Держим. Держу. Спасибо. Надо теперь шмотки эти забирать. Да. Обязательно. Хотя бы надо один бинтик сделать. Давай я разложусь. Там все, но время у нас еще есть. Угу. И штаны надо порвать. Сейчас минимум 7 минут. Лично у меня. Порву штаны. Угу. Буду в трусах ходить. Да. Голожопенький. Голожопенький. Так, может пойти тех добить? Я или... тоже порву. Или они никуда не будут. Они никуда не денутся. А что, генераторы? Набрали полную массу, что ли? Нет. Просто топливо, наверное, закончилось. Да нет. Я, наверное, еще три возрождения купила. Отлично. Тут надо прям лестницу чинить, а то мы в базу не попадем. Да. Надо лестницу починить. Сначала надо вещи наши собрать. Идем. У меня 7 минут уже, у тебя и тело меньше уже. У меня 5,5. Надо, короче, как-то сейчас забьем их топором. Понимаешь, они ночью появились, значит, целый день они появляться не будут. До следующего вечера. Знаешь, там один. Возможно, он даже зашел в дом, потому что этот козел вышел из дома и меня добивал. Упырь. Да. Несчастный. Да. Попробуем закосать его топорами. Топорами забьем. Угу. Блин, они двери козлы починили. Опять надо по-новому ломать. Мы же больше половины сломали. Вот собаки сатулые. Че какие? Так, это мое. Пожитка. Это не мое. А вот это мое. Скоты. Не, слушай, дверь не починили. Отлично. А где что-то дурик? Дурик делся? Ой, извиняюсь. Слушай, а дверь открыта? А, в смысле открыта? Так, у меня открыто нарисовано, но я войти не могу. Подожди, я сейчас по ней стукну, она, походу, закроется. Нет, она у меня открыта, Аня. Пока что открыта. У меня закрыта. Ну... Не, ну я вижу базу, все, но я зайти не могу. Что за бред? Такого еще не было, серьезно. Не помню такого. А где тут тюлень делся? Да и плевать, куда он пошел. Может, на рыбалку пошел? На другое озеро? Да, это они, конечно, шустро сзади нас появились. Ба-ба-ба-бах. Да. Спины расстреляли. Блин, у меня все поломано. Обалдеть можно. Футболка порвалась. Это, смотрите, что умеем. Да-да. Да-да-да. Хоп, телепортировались. Так, готовимся. Я потом на дробовик переключусь и
уже должен за дверью появиться тюлень. Так, 18. 10. Да. Еще раз. Не. Ну, ладно. А что случилось? Слушай, тут уж один оставался, да? Да. А мы сейчас кого убили? А мы никого не убивали. Медведь кого убил? А, точно. А это точно был, это был последний из магиан. Да. Курица. Ой, давай пойдем, пока три металла переплавятся. Так я ж положил. А, ты положил? Угу. Ладно. Что там в ящике? Интересно. Не знаю, еще не заглядывал. Давай посмотрим. Слушай, ничего нет. А. Вот сумки. What the fuck? Алло! Здесь его с собой в могилу утащили, а? А как это? Я чуть не понял. Странно. Вот тебе патрончики. От этих... Ну, кажется, складываюсь. Тут внутри запирают. Спасибо. Потому что у меня дома смерти было 9 приманок. Ну, до моей последней смерти. Угу. А сейчас 6. Миша, есть он? Давай я тоже положу металл. У меня 7 штучек есть. А, ложи. Я как раз включил генератор. Можем тут потусить у них немножко. Я бы коврик... уже переплавилась. Я бы коврик бы уже у них стер бы, но... Хоть он и не очень такой, чтобы очень, но у нас и такого нет. Половая тряпка, ну серьезно. Ну, советская половая тряпка. Да. Серого цвета. Знаешь, чтобы сильно не пачкалась. Видел ли ты такие тряпки или нет? Серая такая, даже не то чтобы серая, а какая-то просто грязного белого цвета. С крапинками цветными. Тряпка. Держи, ягодки. Спасибо. У тебя кожа есть? Да, одна штука. О, на тебе сделал. Я тебе верну. Ладно. Сделаешь себе бинтик. У меня 3 бинтика. Да не, тебе нужнее. Ну. А ну у меня 4 сейчас. А что на? Будет нас поровну. Где же ягодки? А, они уже под ногами лежат. Так я ж тебе 2 дал, ты мне 5 их назад отдала. Да ладно, бери. На ответ от червячков. Ну, на приманку. Ну, можешь съесть, конечно. Хотя они протеинов там очень мало дают. Плюс 4. Вообще ни о чем. Да, маловато. Угу. Да, чуть медленно плавит. Медленно. Так, надо все. Вот, и этот коврик именно такую половую тряпку и напоминает. Знаешь, такой сим, это вот такая тряпка, созданная из лоскутов каких-то других тряпок, переработанных просто. О, тогда я пойду, это, тут я еще положу, вот, есть цинк, хотя, правда, тоже много его. Пойду на эту, на гору шахтер поковыряю немножко металл. О, у меня тоже тут цинк есть. Надо не забыть за твоих тюленей, которые там в ловушке, их надо добить. Угу. Странно, почему лут пропал. Да он... Слушай, а мы случайно последний раз там на них не грабили? По-моему, нет. Я не помню. По-моему, нет. Я сдох, и мы больше туда не ходили, по-моему. Больше себе носы мы туда не совали. Да-да-да. Ну да, по-моему нет, по-моему их не рейдили. Странно, а где лут? А где лут-то? Может быть, они не возвращались, они к нам прибегали, но больше не возвращались. А лут некому носить? Не знаю. Вот и я не знаю. Так, все, ты вещи свои забрала, да? Все хорошо, ничего не пропадет. Миша гуляет.
Не понял, откуда ты взялся? Ой. Урод. Бежит. Блин, я помню, так удивилась, когда увидела, что и медведи, как волки, с огнем бегут от нас охотников. Да, это вообще удивительно. Миша! Впервые в жизни увидела, как медведь, поджав хвост, бежит. Вот сейчас еще раз увидишь. Заходи вовнутрь. Заходи вовнутрь. Давай, заходи. Не-не, он не зашел. Он только пятак что засунул и обратно. Где лут етить, колотить? А лута-то нет? Так, 6 металла уже переплавилось. И у меня еще 12 есть. Короче, забираем, да пошли на нашу базу. Нет уже тут торчать. Я все забрал. Окей. Так, жира здесь нет. Это заберу. Все, пошли. Эй, Миш, в смысле, волк, иди в баню. Слушай, металл появился, а не было. Он за мной, что ли, бежит? Да, да, да. Беги. Ну и ладно. Не привыкать. Уже привыкла. Все, он пешком идет. Можешь уже не бежать. Я тогда заберу ту плюшку. О, слушай, там тоже металл появился. Давно уже там металла не видел. А ты рубишь дерево? Нет. О, это чисто гвозди. Ну, кто-то вроде как встречал только что. Не, я не рубила. Чё, порох, 4 пороха, 1 стрела и 1 патрон тебе на дробаш. О, отлично. Мишка еще. Ну, давай в догонялки поиграем. Просто так хочется. Догонялки с летальным концом. С летальным исходом. Да-да-да. Он сам этого захотел. Я не заставляла. Пошли, пошли. Волчок, идем. Ой, ты, и ты давай. И Мишу с собой бы взяли бы. За компанию веселее. Да, я ж поведу сейчас на это. Ну, посмотреть на лестницу. Да. Они же её никогда не видели. Нет. Ой, они отстали. Ой, господи, я испугалась морды медведя, которая на меня упала. Он мордатый. Угу. Етить твою налево. Что ты, дурак, не бежишь? Пошли давай. Меня за жопу укусили опять. Тот один остал, я поворачивал. А тут меня как раз цапнул. И бегут. Неуклюжие, давай. Ой, слушай, меньше половины хп у курятника осталось, надо чинить. Блин. А молоток уже рассыпается, надо молоток новый делать. Угу. Опять кореша потерял, блин. Да что ж такое-то? Все, починила. Тебе в тюлене до сих пор еще там. Угу. Слышь, скромняга, пошли давай. Стоишь тут, мнешься. Ой. Возле камня. Молоток сломался. Ну да, там уже чуть-чуть у него что было. Что там для него надо? Скраб? Где он? Кожа нужна еще. Да. У нас вроде была кожа, да. Есть, есть. Его прям через платформу разрубил. Так, а что там надо для починки? Перья нужны, да, по-моему? Да. 3 перышка. Я пока раскладываю еще. Давай. Блин, у меня и протеин желтый. Ну, витамин у меня оранжевый. На удивление. И вода у меня желтая. Ну, точнее, не вода желтая, а... Да, я понял. Ну, так. Для уточнения.
Не пей желтую воду. Не ешь желтый снег. Я даже хотела сказать. Так ты, блин, я попасть по нему там. Да что ж ты телепаешься, во. Давно я уже массово их не вырезал тут. Они сильно расплодились тут, козлы эти. Так, что там у курицы? Так, у курицы еды мало, 26 единичек или 28. Так, жир. Ох, сейчас потухнет, а у меня как раз есть делать брикет. Вот, кстати, вот. Тебе патроны. Спасибо. Так, а где магнумские? А, вот здесь вот. Слушай, 40 патронов на магнум уже. 41. Угу. Так, я ты уже... Ты подкинул печку? Нет, я только сделал. Я думала, ты подкинул. Уже? Там реально мало осталось. Надо пожрать. Надо приготовить. Чтобы пожрать, надо приготовить. Вот кусочек мяса жарится. Сейчас заберу свои эти вот, чтобы не мешало. Ты курятник не чинила, Аня? Не, чинила. Отлично. Так, это надо пойти скинуть в этот... В грядки. Что, тут уже все выросло? Лук еще нет. Я им пепла подсыпал. Угу. Так, металл. Металл. Надеюсь, это ты? Нет, это я. Нет, это не я. Так, вот эти выделения добью. Так. Кожа. Чиним футболочку. А... Куда одеть? Ну, в смысле, порвать, одень. Металл нужен. Веревки. Веревки. И металл. Не тот ящик. Ну, давай, закрытивай, ну. Не выеживайся. Да-да-да, слушайте, Аня, то еще хуже будет. Выстрелил? Нет, я каким-то образом снова оказалась в воде, только на другом. Пугаешь меня. На другом берегу, скажем так. Пугаешь меня. Так, есть. Это в переработчик. Скину. Эту хрень туда же. Генератор. Бери. Ты по воде там бьешь? Угу. Ну, давай. Я пытаюсь по воде, просто два охотника, они внизу. Как? Короче, они в воде. Я понял. Два из четырех в воде. Как до них добраться, я не знаю. Только если что, в воде их быть. Ну, в воде стрёмно будет, если как-то по ногам, может быть, они могут просто развернуться и начать тебя стрелять. Чего не хотелось бы. Не разворачиваются. Знаешь, лупаси. Слишком тупые для этого. Тупые. Буллинг охотников. Так, вот есть. Что осталось? Серьезно? Ладно. Так, это сюда. Я 100 раз уже заглядывал в этот ящик. А у меня 4 воды, я твои фляги, получается, забрал. Да. Жулик! Жулик, не воруй! Да-да-да-да.
Жулик, не воруй. Так, жир скинь. Ну давай, ёшкин брын. Не получается? Не, не запрыгиваю. Сейчас я мясо пожарю. Так, что у нас тут? Так, что следующим делать? Надо идти, наверное, еще перья воровать, либо еще один лазер делать. А все есть, слушай, наверное, для этого. Перья. Давай. Не, так я сейчас и то могу сделать. А, отлично. Есть, установил. Еще один лучик. Во, теперь можно и металл, и цинк одновременно. Правда, расход, конечно, аж минус один, блин. Надо теперь уменьшать энергопотребление. Или еще один генератор ставить. Так, дополнительный слот. Так, надо 20 цинка, блин, 150 массы. А у нас-то мало всего. Не то взял. Блин, металла нет. Ждем металл. Надо 10, а у меня только 6. Ну зато у нас 2 лучика теперь. Но генератор по единице дает, так что нормально. Каждый. Так что мы в плюс все равно идем, так что нормально. Во. Так, вот, держи свои фляги. Да, сейчас. Чёрт. У нас было мяса, говоришь, много? Ты серьезно? Я поставил, я только заглянул, свой нос засунул, раз, мне прям и сгорело. Прям перед носом. Я поставил еще. Угу. Блин, тут вот эта побитая часть, вы обалдеть, ё-моё. Тут даже, вообще 700 тут даже есть вот тут вот. Ёй, тут все развалено. А, вот, держи патроны. 2 на дробаш, 2 на... Спасибо. На пистолет. О, хоть по чуть-чуть у меня хоть какие-то, хоть что-то появляется. Ни черта нету. А ты гвозди взял? Нет, конечно. А как ты будешь ремонтировать без гвоздей, студент? О, косарик. Там этот деревянный ящик какой-то соберем. А, вижу, вижу, да-да. Слушай, дверь разбита. У нас все разбито. Ну, конечно. Я уже молчу про потолок, он вообще весь погрызанный. Сейчас потолок будет обваливаться. Ладно. Знаешь, как я остаюсь на базе одна, и пришли нас охотники атаковать. И прям подо мной сломался фундамент. Да-да-да, я помню. Ты выпала на улицу. Как я испугалась. Я тогда буду рубить деревья. Ты бы знал. И побегу тогда этих, еще перья стырю. Угу. Аня, покорми чем-нибудь курицу. Помидорку и подкини или что-нибудь. У меня там не так много. Хорошо. У меня там не так много еды было. А я вернусь с досками и буду чинить базу. Потому что они долго крафтятся. Очень долго. Жалко мне такого вот какого-то верстака, который пилит доски, ну, в смысле. Ну, автоматически. Закинул туда дерево и выходит. И доски выползают. Так, ладно, надо туда, в ту сторону двигаться, там, где орёл. Думаю, 4 помидорки и положу. Вот, 4-то много. Кстати, там, по-моему, уже все созрело. Или как-то давай час. 3. Посмотри на огороде, Аня, может, там что-то созрело. Да, сейчас. По-моему, помидорка там была. Охотник, твою ж... Ладно, курицу покормлю, хрен с тобой. Где он? Блин, Ай. Бегу. Это ж этот, рыбак. Бегу.
курицу ценой своей жизнью покормила. Козёль. Вот, Аня. Вот доски. Вот, короче, я тебе все, что нашел, скину. И побегу дальше. Блин, эти охотники, надо что-то делать. Надо забор, наверное, строить, мне кажется. Угу. Так, это уже рубанное дерево. Гарри рубанное дерево. Гарри рубленное мясо? Да-да-да. По-моему, было. Ну да, но я просто на дерево. Слушай, я же ничего не поел. Куда ты побежал, дурик? Я прям помню эту серию. Спасибо Богу. Гарри рубленное мясо. Угу. А там какой-то шкет с лопаточкой был. Да-да-да. Хотел поваром устроиться. Да-да-да. Аня, там мясо, наверное, опять сгорело. Ну да. Ёж твою медь. Не выкидывай сухари, я их поем и побегу. Это ты сам захотел. Я бы даже охотников того съел, если бы можно было. Я бы тебе помогла в таком случае. Держи. Да, не густо, но что-то дало. Вкусно? Нормально. Так, блин, пока я собрал, уже темнеет, Мадрид. Я, наверное, уже не успею. Что не успеешь? Ну, перестырить и вернуться. Ну, я попробую, конечно. Но дерево уже тогда не буду рубить. Еще одна попытка пожарить мясо. Да, не отходи от печки. Я, блин, то туда, то сюда. Мне и там надо, и здесь надо, и туда бежать. Блин, солнце быстро садится за это, за тучку, за гору, то есть. Угу. Причем реально быстро. Я, наверное, все-таки, блин, уже не успею. Ну ладно, сейчас попробую. Тут, в принципе, недалеко. Ну как же коробочку-то не про... Это про... Там гвоздики. Внезапно камень перед носом вырос. Я с камышей выбегаю, тут камень стоит. Я родился. Ну, может, успею. Продолжить им. Надо уже... Уже холодает, ёлки-палки. А я попёрся. Так. Ну, посмотрю на том месте, если нет, значит, бегу, потому что там лазит искать, они, может быть, где угодно на скале этой. Ну да. Я же почти добежал, так что не страшно. Аня, там посмотри, может, что-то там еще успеешь починить. Прям самое такое критичное. Особенно пол там вообще по одном месте. О, Миша, иди в баню. Миша, не трогай меня. У меня стамина кончается. И здоровья мало. И что ты, спрашивается, попёрся сюда? Вот именно. Так, нету его. Он же ты себе футболку починил? Да. Да что футболка? В минус 4. Действительно. Минус 2, минус 1. Блин, как у него температура? Все, я уже бегать не могу. Могу только идти. Я видел кого-то с зеленой лампочкой. Охотники. Бомжи. А, это бомжи, точно. С этим медведем пришлось паркурить, чтобы обойти его. Паркурщик. Паркурщик.
Так, а что у нас тут? А что у нас там? Это кто? Это свинья. Хрюкает. Ой, опять стамина кончилась. Там медведь, там, ну, свинья-то ладно. Свинья близко не подходи, да и нормально все будет. Ну да. И ноги целые будут. Да, любитель ломать ноги, блин. Возьму лампочку в руки. Немножко поможет. Олежка. Мяско пожарилось. Ура! Я 3 раза пытался его пожарить и 3 раза сжигал мясо. Молодец. Да. Хреновый кулинар. Тут нужна в игру микроволновка. Ох ты ж, блин. Включила лампочку и охренела от потолка. Да-да, он весь в трещинах, вообще весь. Но, может быть, если нет смысла его чинить, мы его лучше просто в металл закатаем, и тогда он будет целый, ну, сразу же. Ну, если он к этому времени не сломается. Ну, это да, если он не сломается к этому времени, потому что он еще не скоро будет... О, все, полное здоровье. Да, я хотя бы эти... стены починил. Ну, что-то половинчатые стены. Угу. Хотя бы их. Очень много ресурсов надо на это все, чтобы это все починить. В смысле, построить. Угу. В железо закатать, это надо очень много всего. Так, это что? Кустик. О, лучок. Семечку дали. Ну, давай. Не дотягивай еще. А если вот сюда встать? А потом я сюда перепрыгнуть. Я не смогла. А потом сюда перепрыгнуть? Пыталась. Так, что у нас тут? О, металл. Металл. Давай еще один слиток делай. Очень медленно металл. Капец какой-то. О, шинома медленно. Mm-hmm. Вот тебе еще патрончик. Угу. На ружьишко. Спасибо. О, мясо! Мясо! Не паленые. Да. Оригинальные. Да, оригинальные. Так, скину сейчас гвоздь где-то. А где семена мы храним, я уже не помню. Или здесь же. Это я, если что. Помидорки созрели. Эй. Вот еще 2 доски. Ладно, я скину туда. Так, и у нас еще хлопок появился. 4 возрождения пусть будет. А где хлопок у нас делся? А, его, наверное, и не было. Наверное, и не было. Я последние 3 штучки потратил. Так. А, вот. Значит, помидорных семечек у нас в наличии нет. Надо делать. 5. 1. Почему нет возможности сделать 8? Вот к этому, к 1 и 5 добавьте еще 8. Ну, это же так... Вроде бы элементарно, не? Ну да. Разраб этим не займется. Зная его, он наоборот уперёт цифру 3. Я ставлю только x1. Угу, точно. Стой, тыкай. Да. Так, отлично. Значит, надо еще 2 помидоры. Короче... Помидоры все идут на посадку. Так, у нас есть картон. 21 штука здесь. И еще здесь. 24 штуки. Вот, теперь можем мягкую ткань наделать. Угу. Сделать тебе каску. Там же надо на изготовление или не надо? Я уже забыл просто. Что там надо?
По логике не нужно. Мягкая ткань нужна. Ну, субсистенс с логикой особо не дает, по-моему. Ну это почему? Это внутренняя подкладка. Чтобы в голове теплее было. Подшлемник. Подшлемник. Так, ну не знаю, 4, в принципе, наверное, будет. А давай попробую сделать 4 ткани тебе. Перья только надо взять. Надо взять перья. 1, 2, 3, 4. О, слушай, хватило. Еще и осталось. Еще и осталось, слушай. О, слушай, я на БКБ сижу. Ну, стою. Запрыгнула? Да. Сейчас сижу. Паркурщица. Да. О, слушай, так магнум есть. Высоко сижу, далеко гляжу. Да-да-да. Вода, вода тебе нужна? Вода? Угу. Ну, попей там. Нет. Нет? Не, не надо. Понял. Зеленая. Такое салатового цвета. Так, лук почти дорос, но не совсем. О! Ошибись. Так куда ты в ящик-то? Так, надо немножко дерево еще нарубить. Так, ну что ж, уже почти утро, так что будем заканчивать серию. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Всем пока.